Ничего. Зарабатываем еще денежки. Я сейчас прыгну сначала, я люблю прыгать. Джапье! Написано Smash 15 Bus Shelter. А что такое Bus Shelter? Вот я мудила. Хоть бы показывали на карте, что это такое. Сейчас я врежусь сюда. И перемещусь в этот же автобус. Что надо? Смеш 15. Тифкин Bus Shelter. What the fuck is this? О! Ёбаный хуй! Bus Shelter. Что это за хрень? Интересно. На карте не показывают. Russian Hill, вот тут должны быть горки хорошие. А тут их нет почему-то. А вот горки, вон они. А это уже Чайнатаун. Я не знаю, что такое Bus Shelter. На карте не показывают. А, недостаточно высоко прыгнуть, чтобы взять. А вон что-то на карте вижу, может быть это то и есть? На карте что-то обозначено, я сейчас туда поеду, может это и есть та хуйня. Потому что иначе я даже не знаю, что это и думать. Вот на карте где-то здесь показано. Вот здесь прям. Да блин, что тут ебать? Вот здесь. Stunt Activity. Не знаю, может быть это выполнить тогда, а? Да, вот это выполняем. Ага. Потому что та, я не знаю, что за Bus Shelter. Потом, блядь, переводчик посмотрю, что это за хуйня. Ай, блядь. Тут надо напугать чувака, это легко. Сейчас Russian Hill, да, мы здесь. Сейчас я на горках попрыгаю. Все, нахуй, ее он испугает. Russian Hill! Не, немножко скорости не хватает для хорошего прыжка. Во, сейчас мы отъедем туда, разгонимся и прыгнем. А вон и горка. Сейчас пока накопится турбо, и я разгоняюсь. Турбо копится. А, сейчас включаем его тут. А, все, готов. Отлично, я хотел разогнаться просто и на той горке еще тоже прыгнуть. Так, ну что, одну мы выполнили, еще 4. И я смогу купить следующий апгрейд. Еще раз можно. Еще раз. Ха, интересно. Попробуем сейчас еще раз выполнить. Потом, если 3 останется, то можно будет эту же хуйню еще 3 раза выполнить. И все. Бредово как-то. Одно и то же выполнять несколько раз можно. И за все это дают деньги, что самое интересное. Ля-ля-ля! Уу! Отлично. Что, обратно поедем или нет? Не, поехали вперед. Оба-на, какой дрифт. Поехали вперед. Может, там еще где-то горка есть. Хотя мы вроде уже за пределы Russian Hill выехали, да? Да блин. Что такое? Чувак, ты откуда?
все, он боится, нет? Отлично. Сейчас зайду в гараж и посмотрю. Если будет написано, что надо выполнить еще три, то значит действительно можно одну и ту же выполнять. Как-то тупо, блин, получается. Вот мой гараж, кстати, рядом. Вот он. Гараж. Ричард спит. Нет, написано еще 5 надо выполнить. Я только что выполнил. Но я выполнил одну, но я выполнил ее 2 раза. Даже один не засчитали. Значит, это считается не то. Я просто думал, что любую синюю надо выполнять. Получается, что нет. Интересно. Вот это. Там был написан Stunt Activity, и это There. Может быть, это и есть то, что надо выполнить. Я, блядь, просто невнимательно читаю, поэтому я... Ты нужно по встречке ехать выше 50 км в час. Но это надо напрямую выехать. Во, по встречке, поехали. Блядь, чо-чо, бля, бру-бри-би, бру-бера. Бру-бери-бру-бера, бру-бер-бря, ру-би-бя-ре-бру. Самую последнюю секунду успел, сука. Короче, нужно вот эти выполнять, а не другие. Вот это. Это нужно на 30 метров прыгнуть. Это нужна горка. Вот это круто будет. Сейчас на какой-нибудь горке прыгнем нахер. Russian Hill, отлично. Да, ну там маленькая горка. Вот на этой горке надо прыгнуть. Для этого надо разогнаться. 30 метров. Не-не-не. Надо разогнаться. Сейчас я вот отъеду подальше, разгонюсь, включу турбо, включу. И выполним. 30 метров. Это не так далеко. О, разгоняется. Когда она хуёво разгоняется. С чем-то получилось. Так, 2 выполнил, еще 3. Stunt Activity это одно, а Dare это другое. Тут нужно именно эти выполнять. Ага. На 150 метров прыгнуть за 45 секунд. То есть нужно, наверное, делать прыжки в сумме, чтобы было 150 метров. Ну что, как я за 45 секунд выполню прыжок на 150 метров? Russian Hill. Где горки? Вон впереди. Чу-чу-чу. А-ля-ля-ля. 50 метров. Еще 35. Еще 27. Еще будет тут сколько? Еще 30. Еще чуть-чуть осталось. Еще 20-30. Ну, короче, все, готово. Какие-то они легкие очень. Ага, и можно дальше ехать. Еще можно прыгнуть дальше, чуть-чуть можно. Не, это не горка была. Ну что, еще 2 надо выполнить. Куплю апгрейд и уже тогда дальше за миссии примусь. Я хочу выполнять миссии, когда у меня уже апгрейды будут всякие. Угу. Сейчас попробуем. Короче, нужно 120 очков. Нет, 200. Заработать 200 очков. Вот. Вот мы сейчас их зарабатываем. За высокую скорость, за езду по встречной и все такое. Не получится сейчас. Нужно было сразу на эту прямую выехать. Но, блин, пока до нее доедешь. Вот она как раз тут сразу и есть. Теперь разгоняемся быстрее, блядь. Точка. Вот нужно быстро разогнаться и на высокой скорости ехать. И тогда у меня будут очки идти. И не идут очки нихуя. Вот, пошли. Хуёво как-то идут. Не выполни нихуя. Да что за дерьмище? Во, как раз на скорости.
А можно дрифтом выполнять или нет? Да. Ха-ха, отлично. Это как в Need for Speed, за дрифт очки дают, и тут то же самое. Ага. То есть я как сделал? Я сделал рестарт, когда был на высокой скорости. И прям на высокой скорости началась эта хрень. И я прям на высокой скорости ее начал выполнять. Так, еще одну, что ли, или две надо выполнить? Я сбился со счета. Handbrake stop 80 метров. Сейчас сделаю. Типа я не понял, нужно на 80 метров проехать и сделать ручной тормоз, что ли? А, во-во-во-во-во. 75-80 получилось, отлично. Ага. Recharge speed available. Все, в гараж покупаем, отлично. Так, а, во. Так, а где мой гараж? Я что-то уже забыл. Так, проще, он недалеко от моста. Мост у нас... Мостик у нас вот тут, гараж здесь. Вот он. Нет-нет, чуть правее. Вот сюда. Сейчас я покупаю апгрейд, Recharge Speed, и у меня эта хрень будет перезаряжаться быстрее. Во. Ага, хуй. Она стоит 100 тысяч, у меня 86. По-любому еще деньги нужны. Короче так, Recharge Speed... стоит 100 тысяч. Ability Bar Size стоит 75. Я думаю купить Recharge Speed, просто у меня и так достаточно она, да? Я думаю Recharge Speed лучше накопить деньги на Recharge Speed. Просто лучше, чтобы она быстрее перезаряжалась. То есть еще быстрее. Угу. Батарейка такая нарисована. Короче, я сейчас продолжу выполнять тогда... Обычные синие, накоплю денег, мне нужно 100 тысяч. Куплю абилити, я хочу купить эту фигню, потому что так будет лучше, легче просто, интереснее, наверное, ну, миссии выполнять, когда у тебя такой апгрейд есть. Это активити, надо дер выполнить, хотя нет, да, 5 тысяч дадут. Ага, попробуем сейчас вот это выполнить. 5 тысяч все-таки нормально. Мне 85 не нужно, 100, если сейчас 5 дадут, у меня будет 90. Ага, нужно эти штучки разрушать. Чу-чу-чу. Что-то темно как-то стало, я не вижу лично их. Ни хрена не вижу. Не знаю, какая там будет запись, а вот тут светло. Это того задания, когда нужно ехать в клуб и по пути разрушать эти штуки. То есть это чисто как та миссия. Блять, то же самое. Доехать до определенного расстояния и разрушать эти штуки. Спасибо, козлина, что не дал мне нормально повернуть. А. Чик-чига, чик-чига, чик-чига. Чабарабара, чабараба. Чабара, чап-чаба, чабараба. Опа! Я! Блять, надо было повернуть. Wrong way, я знаю, блять. Wrong way, wrong way, wrong way. Wrong way, сука. Абэра! Опять Don't Give Up, Don't Give Up. Тут одни и те же песни играют. Тут что, плейлист маленький, что ли? Короткий плейлист. Пропустил. Ой, там их сейчас много будет по карте, вижу. Во. Одна, вон еще три подряд прям. Ха-ха-ха, круто. Аккуратненько, аккуратненько. Блин, я все равно промазал. Это я, блядь, водитель, нахуй. Съебись, сука. Вот
Вот видите, как сейчас полоска, которая влево, слева внизу, как она долго-долго перезаряжается. Вот я хочу купить апгрейд, чтобы она быстро перезаряжалась. Быстрее, быстрее, быстрее! Отлично, 5000 у меня в кармане. Нет, 2,950 дали. А не 5. Значит, надо было быстрее ехать, сука. Ну что, сейчас следующую часть будем писать.